Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем создавать персонажей для нашего Симса. Третьего со мной в голосе находится Картофельна. Здравствуйте. Вот, у нас есть план, будем его придерживаться. В данной части, что вы сможете увидеть, как мы создадим всех персонажей для нашей игры. В принципе, какие мы выберем им характеристики, черты характера и так далее. Дальше кастома вы не уйдете. В принципе, все. Если это кому-то будет интересно, то мы, конечно же, это выложим. Ну, а мы начинаем. Какое у нее будет имя? Это, во-первых, бабушка будет. Мы сможем сделать ребенка с бабушкой? Ага, нельзя. Видишь, наверное, взрослый нужен. Ага, нельзя. А, видимо, нужен молодой. Получается, ага. Будет молодая бабушка. А, так нам не молодой нужен. Нам нужен не малыш. Я совсем забыл. Нам же нужны будут вот подростки. Так что нормально. Вот так вот если сделать. Точнее, даже не подростки, а вот эти вот. Дети. Вот ребенки. Вот такие вот, ладно. Начнем с бабушки. Звать ее будет как? Клариса. Как тебе такое имя? Позитивно. Клариса Тандр. Или Тандыр. Типа Тандыр. Как мангал, если не ошибаюсь. Такой чисто немножко Тандыр. Вот. Фига, у тебя там гоняют. Немножко предонимеет такого не немножко. Я. Уже хорошо. Вот цвета кожи. По телосложению она будет... Такая бочка. Пошире. Вот так вот. Как тебе? Пошире надо. Пошире, думаешь? Вот так вот? Думаю, пошире. Еще шире? Да, еще чуть-чуть. Вот так вот. Чуть-чуть. Ну, ты понимаешь, она в платье, мы можем не увидеть всю ее ширину. Не страшно, но еще чуть. Ну, это сильно, мне кажется. Ну, прекрасно. Это хорошо, по мышцам. Ну, такой рельеф небольшой. Думаешь? Да, ну не, шутка. Грудь. Она именно? Я не знаю. Да, вот так вот. 75% сделаем. Пускай будет. Давай побольше. Побольше? По максимуму. Сама же говоришь, не нужна. Ну, после прически... Я не говорю, что не нужна. Напомни. Просто уточни. Она тут, в принципе, давай так, не нужна. Если так-то задуматься. Ну, пусть будет, пусть будет. Так, мы вернулись сюда ради груди. Все, есть. Идем в прически. В прически мы заходим по углу. Так, ты меня слышишь? Ну, да. Картошка. Меня слышно? Да. Я просто Дискорд решил перезагрузиться немножко в момент. А, понимаю, бывает. Сейчас, секундочку. Оп. Чтоб я тебя видел, что тут вдруг выключишь что-нибудь. Ой. Немножко увидели внутри. Так, волосы, я думаю, и обычной прически будет достаточно. Да, ей надо более европейскую внешность сделать. Мне кажется, лицо уже достаточно европейского отстрел. Модная прическа. Как раз для бабушки. Ну това. Пока прогрузит это все. Кастомы бешеные, пипец. Вот, стримодно, модно. Так, прическа. Вот как тебе такая прическа? Ну как-то все плохо, мне получится. А что ты хочешь? Нет. Смотри, какая. О, боги. Она как умирать собирается. Вот так вот. Мне кажется, неплохо. Еще хуже. М? Еще хуже. Еще хуже. О, что-то интересное. Ты точно бабушку создаешь? Да ладно, ладно. Ну сейчас. Вот это вот какая-нибудь, я не знаю. Похоже уже.
Ты ее будто в последний путь собирает. Тебе тут она молдает, она чересчур. Позитивная прическа, я понял. Ищем. Ну я не знаю. Мне вот чисто интересно вот на это глянуть. Угу, хорошо. Это что за клоун? Позитивно? Достаточно? Ну, тоже как-то негативно. Больше позитива. Вот сейчас на обычных симсовских. А чё они не грузятся? Что-нибудь для бабушки точно должно быть, если это обычный симс. Это точно это вот такое. Ну. А мы еще лицо поменяем? Ну, лицо поменяем еще. Ну тогда нормально. Брови будем трогать? Брови? Да. Да, какие? Вот такие вот. Нет, более тонкие. Еще более тонкие. Вот такие. Должна быть стереотипная бабка. С черными подведенными бровями. Да какие черные? Ты че? Нет? Ну ладно. Пойдет? Они должны максимально отличаться от цвета волос. Вот это что-то. Во. Ну ладно, пусть так будет. Вот так вот. Пусть. Рыжие брови, хорошо. Лица. Но лица, хочу сказать, немного. Это плохо. Такое вот лицо. Какое ты хочешь увидеть? Вот, наверное, какой-нибудь такой, да? Нет, слишком молодая. Ну нет, мы всякие веснушки, всякую шнягу можем потом доделать. Сейчас мы именно форму лица выбираем. Именно форму? Ну, да. Судя с телом, она должна быть что-то более круглое. Нет. Нет, чересчур. Чересчур. Вот это вот, назад, назад, еще назад. Еще назад. Не туда назад. Вот сюда назад. Как тебе? Вот это? Там здоровенно. Ну ладно, допустим. Допустим, пойдет. Есть что-то открытое, прям как у русских. О. Как-то все печально. Ну, Sims такой. Глаза, можно, размер, высота. Высота, размещение, расстояние между глазами будет длина, расстояние. Глаза инопланетяне, чё? О! Максимально раскрыты. Глубину глаза, попробуй с этим поиграться. А? Глубина глаза, попробуй так? С этим поиграться. Нет, глубина глаза. А, понял, вот так вот. Да. Чё по размеру? По размеру сойдёт. Так вот, слегка большие? Да. Хорошо. Нос на сопырку пойдёт? Ну, нос как нос. Прекрасный нос. Губы? Губы более тонкие должны быть. То есть у тебя даже план есть какой-то. Чтобы вы поняли, я предложил картошке идею вообще снимать, и я предложил идею. Прекрасно. Какая будет семья, а она выбирает вообще, как будет кастом. И вообще всю игру мы будем проводить вместе, получается. То есть у нас будет общее решение. Так, губы пойдут? Жесть. Пойдут. А цвет можно поменять? Штука веснушек можно. Губ, да. Цвет губ. Конечно. Цвет. Можно. Да. Это можно. Общий. Цвет. Не, видимо, нельзя. Это потом. Ладно. Признаки старости можем сделать. Оп. Такие вот точки на лбу. И такие вот эти. Какие-то у них фиговые признаки старости. Будто на нее тараканы с потолка наблевали. Будем эти оставлять? Морщины, конечно, оставляем морщины. Тут веснушек просто можно обделать. Нам веснушки нужны, нет? Нет, какие веснушки? Ну, чуть-чуть, может быть, где-нибудь на бороде, на щеках. Обалдеть, сколько веснушек. Вот так вот. Да. Все, пойдет.
Косметика. Родинки. Будем косметику делать? Нам родинки нужны. Да, вот нужны это. Родинки. Она и бабушка. Еще родинки. Это я не знаю где. Вот это. Оп. Тоже неизвестно где. Вот это оп. Давай какую-нибудь угловую нарядку. О, смотри, под носом. А вот. Нижнем углу. На носу еще правом одна. Нижнем углу. Оставь там. Вот это. Да-да-да. Все прекрасно. Оставляй. Ты ее увидела? Нет. Оставляй. У нее одна на носу две родинки. Одну немного съела. И тут тоже вроде съела. А не вот на носу, вот тут на носу вроде, покажись. Или ты убери. Косметика нужна нам? Да какая косметика? Губы ты я накрасила. Хотела губы, да. Губы. Это помадой, да, губы мажут? Ну, выбор, конечно, трэш. Их можно покрасить, если захотеть. А ну, верни назад. Куда? Вот именно назад. Нет, туда назад. А что у него с ртом, ты видишь? Я открывал где-то назад, где розовый. Да нормальный рот. Челюсть немножко кривая. Ну, подумаешь, вставить забыла. И губы, верни губы. Ты куда-то нажимал, там розовые оттенки были. Вот, да, вот здесь. Назад. Так она ж вот бабушка. Здесь. Какие розовые хочу оттенки? Поиграть. Вот, прекрасно. Точнее, знаешь, бабки все в розовый красят вообще. А, ну, кстати, да. Мне кажется, такой вот, темно-розовый. Нет, нет, посветлее надо. Вот, прекрасно, прекрасно. Давай. Какой? Нет. Угловой, угловой. Все, вот этот. Все, дальше? Татушки да. Будем делать? Да, конечно. Там, короче, над... Господи, на пояснице сделано в России, можно? Нет. Где на пояснице? Да-да-да. Вся спина, нижняя часть спины. Русалку. Размер можно изменить. Чё-то трэш какой-то. Есть еще варианты? Ну вот. Татушки все стандартные. Может, Сталин какой-нибудь? Да ну нет тут такого. А ну тогда повыше, повыше. Там какой-то запрет был. Во, вот это вот, нет, да, вставляй. Размер увеличиваем? Побольше можно? Конечно. Конечно, можно. Во, прекрасно, прекрасно, я считаю. Ну, не прям яркое, что-то такое подрубанное, да-да-да. Цвет можем изменить? Не-не-не, раз, все? Попробуем сатушек? Да. Да. Достаточно? Зачем да. Мы ее пометили? Теперь самая долгая, моя нелюбимая. Где ж ты? Да чё, что-нибудь это, свадебная есть? Что? Может, не надо свадебную? Ну, она как умирать собирается? Ну, да, вроде пока не... Её потом переодевать никто не будет. Ну, это повседневная одежда, подожди. Ей будет официально. Может, повседневно может что-нибудь такое? Ты смеешься? Я не знаю. Ну и что-то не грузит. Во, домработница. Замечательно. Как думаешь, пойдет? Да нет, а чё? Чё, отдельно выбираем одежду или как? Или костюм? Ну пока еще костюм полистаем. Точнее, торопись, пусть провозится. Примерили или что-нибудь. О, идеально. О, прекрасные цвета. Тапки подходят? К тебе. Да-да-да. Все, давай дальше. Насчет тапок можно было бы дать галош какие-нибудь. Это официальный костюм. Я вижу. Значит, такая официальная. Свадебная ищи. Да какой свадьба? Вот. Это можно назвать свадьбой? Ну, трэш, конечно. Мне кажется, вот такой какой-нибудь надо ей. Не-не-не, был надо. Вон то бордовое, это лучше было, которое ты за свадебное принял. Не, ничего, но нет. Тоже нет.
воротничок уродский. Так, чего Вот так берем? именно... Подожди, назад. Нет, серединная, которая между... О, вот это. Пойдет? Да-да-да. Тапки праздничные? Нет. Одни и те же, кстати. Да, я вижу. Галоши есть какие-нибудь, не знаю, сандалии, может. Мокасины. Мокасины, ну то что-то. Галоши, галоши. А зачем галоши праздничные? Ну вот, вот. Лодочки хотя бы назад, вот эти высокие, которые были. Вот это? Да-да-да. Вот галоши. Не-не-не, вот эти неплохие, остальные. Уголки другие? Ну цвета, что за цвета? Чёрные. Не-не-не, Вот которые подходит, были самые первые. красный. Вот эти, да. Так, хорошо. Бой. Ночное белье. Ну, спать в халате просто будет вот в этом вот, и все. Да нет, ты чё? Ночнушку ей найди какую-нибудь. Именно вот длинную в цветочек с вырезом, с квадратным желательно. Что, каким вырезом? Мне просто бабушка всегда в таком спала. Я не знаю, что за квадратный вырез. Тут такого вот нет. Вот этот выбор, конечно, трэш. Давай назад подойдем. О, вот это оставляй, пусть такое хотя бы будет. Все. Спортивная одежда. Я думаю, тут может даже не выбирать. Да, тут лучше выбрать. Тут что-то надо выбрать. Нет, хотя бы что-то надо выбрать. Давай какие-нибудь, я не знаю, такие штаны. Хорошая футболка. Что? Вот, пойдет. Там мы вряд ли будем его использовать. Он просто должен быть. А если на всякий случай но он вдруг пойдет? Вдруг что-то изменится. Ну, так я думаю, пойдет, нет? Спортивный. Ну ты хоть маечку поменяй. Давай. На какую? У тебя там есть? Да, ну наверх там с котами что-то было. Расплывчато немножко. Не треп, конечно. А есть именно с коротким углом и с котами? Нет. Не ты полистай еще вниз. Не все с длинными. Все. Нифигово. Ого. Вот это оставляй посередине, который. Хорошо, поехали дальше. Купальный костюм. А ну, вот это, оставь вот это, поверти ее. Сзади татуху видно? Блин, надо, чтобы татуху убрали. Ты думаешь, она успеет поплавать? Успеет. Перед смертью все надо успеть. А это единственное, где хотя бы что-то видно. Ну ладно, что да, оно будет. А есть черный цвет, чуть-чуть цвет поменяй. Ну вот, хотя бы такое, да. Цвет так, платья. Верхняя одежда. Такая вот. Ну, как-то не так. О, прекрасно. Не, и все же. Вот такая, да ладно, пойдет. Ты все вот эти оранжевые перчаточки. Ботинки, смотри, самое то под зимой. Думаю, все, поехали дальше. Характер. 19 минут прошло, обалдеть. Я напоминаю, она у нас извини. Будет. Ты помнишь, да, что она будет у нас? Да, да. Получается, ей надо, наверное, кулинару дать. Ну вот. Кулинар. В принципе, все. Теперь выбираем. Думаю. Ну, пока да. Что еще надо? Тема. Там что-то увеличивать надо, не вижу ничего. Вообще. Она может быть неуклюжая. Нет, нет, нет. Она должна быть очень неуклюжая. Очень неуклюжая. Перфекционистка. О, перфекционистка, да-да-да. Дальше. Попрошайка.
Нет. Ну, такая бабка, она уже такая, типа. Прирожденный торговец, вот это вот тоже не надо. Да. Да. Рассеянно. Нет. Можно собирательницу, по идее. Да. Помнишь, да, что она делать будет? Так. Да. Счастливица. Думаю. Ну давай. Пускай будет. Это ей повезло, конечно, часть детей. Лучшая студентка. Ну да, она самая. Шизан легендарный кулинар. Думаю, это будет достаточно. Согласна? Ну, как сказать. Будем голоса играть или? Нет, я без звука. Цвет какой любимый? Цвет? Ну что-нибудь похоронное, свадебное, думаю, лучше, белое. Белое свадебное. Не, да, ну, думаю, это все может так оставить. Думаю, что мне кажется, нет. Что тебе не так? Борщ есть? Оставь ей борщ. Тут нет борща. Мясо в остром соусе. Чили по-вегетариански. Ризотто с белым... Ризотто, кстати, вкусная штука. Извини. Вафли. Вот рыба запеченная там какая-то, вижу. Вегетарианский омар. Вот, левее на один. Бифштекс. Правее на один. Вегетарианский вот запеченный лосось. Да. Лосось. Все, инди-музыка устраивает. Нет. Ей какой-нибудь этот джаз. Джаза нет. Ну давай вот этот вот, что там был. Рэп. Кого? Рэп. Давай, рэп. Давай. Рэп? Да. Рэп? Да. Бабушки? Да. Хорошо. Знак зодиака — рыба. Да какие рыбы, ты чё? Давай лучше рака. Рак. Скажи, рак. То, что ты еще рак. И в знаках зодиака шаришь, да? Я? Да нет, ни в коем случае. 20 минут мы собирали ее, мне уже страшно. Очень страшно. Трэп крайне страшно. Суть в том, что мы должны их собрать до конца. Значит, это будет у нас кто? Это у нас будет, скорее всего, ребенок. Спортсмен, мальчик. Как его будет звать? Крис. Я не знаю. Кристиан Андерсон. М? Как тебе? Цвет кожи надо поменять и внешность. Для какого цвет кожи? Ну вот такой очки были. Так? Угу. Так, прически. Япон такой модный. Ля, какой тигр, смотри. А, это корова. Ну типа как даун, да? Так, я бы не сказал, что можно такое говорить. Извини. Ютуб исчезает, все шутка. Есть что-то нормальное? Нормальное. Женская прическа, смотри. Зачем? Вышли на лысо. Вот. Он спортсмен, нет, не то. Такая разбойничья нужна. О. Какой кошмар. Думаешь? Угу. Что-нибудь типа такого? У-у. Ну тут просто... Тут вот так... эту оставляй. Вот всё. Эту оставляй. Брови будем трогать? Будем трогать. Нет.
Вот правый верхний угол. Да. Хорошо. Так. Лицо будем менять? Лицом? Да. Нет. Ну, наверное, как было. Поменяй ему нос. Ему надо поменять нос. Боком поверни. Вот здесь носок. Назад. Назад. На один верх повесли. Ну, по колесикам пропусти. Вот, и левый угол верхний. Как тебе? Немножко на какого-то клоуна похож. Ну, это что, не так, что ли? Смотрите, с прической полностью сочетается. Это же детская прическа. Ну, пойдет? Пойдет. Я бы его немножко прижал. Да нормально. Ну, сейчас спортсменом быть. Губы надо же менять. Губы, да, сойдет. Приметы. Приметы зачем мне приметы? Родинку можно ему на носу день поставить? Вот на носу родинка. Вот она. Мне надо прям, чтобы отвелась на носу. Нет, вот. Прекрасно. Все? Да. Косметика мне нужна, я думаю. Думаешь? Не думаю, да. Может, губки подкрасим? Да, да, не. Ну ладно. Так, одежду здесь. Мы можем, в принципе, здесь пока выбрать. Ну, под карадули классные. Вообще хорошие. От бабушки надо было такие. Как тебе одежда? Да прекрасно, прекрасно. Правда, по телосложению из него спортсмен. Ну, так он ребенок еще нормально. Так, официальный костюм. Ну, такой чисто джентльмен. Официально должно быть что-то такое, чтобы не стыдно было к бабушке на похороны прийти. Они, я думаю, успеют повзрослеть почти все. Ну, по крайней мере, он точно. В тот момент, когда... Да. Но я постараюсь так сделать. А иначе их могут забрать. Такой официальный бандит. Ну да, нифига официально. И черники. Ведь. Во, нормально. Ночнушка. Думаю, ему она может не пригодиться. Где голый торс? Где? А чё за фигня? А чё, сейчас люди типа в трусах не спят? Ну, сейчас спят. Вот можно сделать отдельно трусы. Снять вверх. Вот так вот. Ну вот, прекрасно. Вот так. Спортивная одежда. Какой-нибудь. Может, все-таки поменяем трусы? Чистые же. Ну, какие-то они короткие слишком. Какая разница? Ты любишь побольше? А свет. О, прекрасно. Так, вот такая вот акулка. Шорт, ладно, пойду. Как неплохо, да? Да, ну, и с ботинками почти сочетается. Так, купальный костюм, ну, пойдет. А вот темненький там что-то, не, никак? Да-да-да. Как тебе?
Пойдет. Отлично. Я думаю, тоже пойдет. Мне не нравится сочетание синего и желтого. Есть такое. Вот это получше будет. Я бы еще перчаточки брал. Ненавижу их. Вот так вот. Так, все, характер пошли. Так, что он у нас должен уметь? Он спортсмен у нас будет. Бунтарь. Бунтарь? Бунтарь. Ладно. Ну, еще одно у нас свободно получается. Ну, там спортсмена ты пролистал как-то. Да? Да. Мне тоже показалось. И, например, стыдливый. Нет, 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 нет. Какой из него стыдливый? Храбр. Не, не, нет. Писаем дальше. Чудаковатый. Все, конец. Наверх. Неприлично. Любит приключения. Да. Ну, конечно, вряд ли будет особо путешествовать. Ну, ладно. Мало ли. Действительно. Полезный навык. Очень. Так, что, цвета нормально? Все устраивает? Секунду. Ответить надо. Цвета. Ну, в принципе, да. Знак зодиака, стой, назад его. Водолей. Внизу, водолей. Так, все хорошо. Идем дальше. Ребенок. Тоже мальчик. Звать его будет Петр. Или Виталий. Ну какой из него Виталий? Ты посмотри, на него пеш вылитый какой-нибудь алмаз. Что? Как тебе Петр? Да какой из него Петр? Кушнуть может. Я понял, а Убек? Как тебе? А Убек, ну... Ну ладно, что-то плюс-минус. И какой-нибудь такой, да, цвет кожи? Ну, да. Вот так вот. Нет, темнее не надо, светлее. Назад. Вот так вот. Ну, пусть горилла будет. О! Так? Режь. Нет, его наоборот худым надо сделать. Или там это кармин, вот вот это. Ага, все понял. Хорошо. Для прически уйдем. О, смотри, какая бандитская. Мне кажется, что смешно. Думаю, оно надо. Ну, думаю, ему надо как раз именно с этим чипчиком только немножко потемнее. О, вот этот. Как скажешь. Бровки, мне кажется, подходит. Думаешь? А попробуй посередине верхней, которую ты же помнишь. Как-то получше выглядит. Можно расстояние между бровями изменить? По идее, можно все. Можно даже длину ресниц изменить. Но мне надо расстояние между бровями. Боюсь, нет. Либо это потом можно будет.
Да и бог понятно. Тут цвет только можно заменить. Цвет нам не надо. В глазах может быть расстояние. Нет, нет, глаза прикрылись. Вставляй. Размещение, расстояние между глазами, глубина. Здесь нет про это. Так, что, лицо будем менять? Нет. Да, нос, губы, приметы, нет. Косметика. Нет. А, стой, ну поверни его боком. Не, все прекрасно. Идем в одежду. Как тебе одежда? Ну, я считаю, у него и так одежда хорошая. Мне хорошо. Официальный костюм. А он достаточно официальный, тебе не кажется? Да, есть такое, есть шляпа, ковбойская, придает ему официальность. Это ночное белье. Да, этот... Мне трусы кажется, пойдет. Поменять. Ну, трусы, да, есть такое. То у брата украл король. Думаешь, может... А есть что-то это? Нет, нет, нет. Во, спортсмен вот, такой. Наверни короткие, короткие верни. Именно светлые, которые. Да-да-да, вот эти. Тебе ж не нравилось. Ну, это на том не нравилось. На этом получше сидит. Да. Все дальше? Да-да-да. Можно нашему кинуть там тапочки. Тапочка? Думаю. И он такой лев. Лев? Может, лучше котику? Динозавр немножко. О, да, прекрасно выглядит. Поехали. А как же ему там денег не хватает на все? Ну ладно. Спортивная одежда, мне кажется, пойдет. У него бабушка торговаться умеет. Ему шорты надо поменять для спортивной одежды. О, мне кажется, что надо. Не-не-не, не сочетается. Кажется. Цвет сейчас изменим. Во. Думаешь? Во. Ну это, кстати, офигенный шорт. Отлично. Это слишком офигенный шорт, я думал, это хуже. Они прекрасны, оставляй их. Они слишком офигенные. Это купальный купальник костюм. Купальник ему... Трусы и майку. Без майки. Нет. Трусы пойдут? Ему красное, что-нибудь надо. О. Нам вот это поблагим станет. То, что грузится. Вот либо розовые, либо красные. На часа 23 часа ночи, дорогие друзья. Мы продолжаем создавать персонажей. Загрузится, нет, сегодня. Мне кажется, синий трусом тоже неплохо. Думаешь? Ну, игра сказала, да. Хорошо, о, проверь. Или нет, подожди. Ну, если что, на розовый. Ну и что это? Вообще по барабану. Вообще пипец игре. Ладно. Трусы пойдут, я думаю. Че, пойдет одежда? Одежда? Ну как-то все лучше желтую, давай. Как этот из фильма «Оно». Да-да-да. Понял. Все, пойдет? Да-да-да. Вернемся к трусам. Мы остановились на трусах. Да ну нет, что-то нереально вообще. Ну ладно, знаешь, если игре нравятся синие трусы, то мы как-то не будем особо это. Ну ладно. Если игра-то хочет, то пусть будет. Характер. Характер. Ну он характер. Такой полубуянистый, мне кажется, должен быть. У него такие перчаточки классные. Нет, он, знаешь, должен быть таким же полизом. Как? Прощайкой. Ну, это. Я понял. Ну да. Ты поэтому аккуратнее. Вон, дверь, сауну поставь. А?
Слушай, верит в чудеса. Ты поаккуратней с такими выражениями. Да-да-да, я подбираю. Вредина. Добрый, добрый, добрый. Какая вредина? Добрый. Ща, клептоман. Лучше, давай. Клептоман. Не-не-не. Дружелюбное место подобрал. Добрый, убери. Да. Лежу бока. Не-не. Там, где ты этот был. Любит лошади его. Кого? Не то, да. Кого? Любит лошади, не то? Лошадей. Ну, как там все эти? Ну, нет? Как скажешь, я понял, о чем ты. Ну так-то можно. Кто знает, как игра сложится. Да ладно, лошадей. Может, собак? Тут есть может, собаки? Было бы собаки? Каких-нибудь козлов, овечек. Барашков. Ну, барашков тут нет. Так чё, лошадей? Ну ладно. Ну пусть лошади будут. Всё. Вкус. Любимую еду ему надо изменить. Не думаешь? Арахис масло и жир. Шаурма. Как вариант. Щеклари, блины. Ну, шаурма. О, шаурма, да, прекрасно, оставлю. Детская музыка. Нет, тут должно быть что-то, знаешь, такое, типа попсовое, а-ля уличное. Поп-музыка, латино, инди. Вот, рокобили. А ну, синяя гитара, это что? Синяя гитара, это что? Синяя гитара, это что? Рутс. Нет, не это. Ты знаешь, что это такое? Нет. Жизнь на острове. Ну, давай с этой ковбойской шляпой. Снизу, кантри? Снизу. Нет, ниже, снизу. Вестерны? Да-да-да, вот это. Так. Любимый цвет поставь ему синий, у него штрусы синие все-таки остались. Вот. По знаку зодиака, ну слушай. Подожди. Ну что? Я думаю, он похож на весов. Либо скорпион какой-нибудь. Весы скорее. То есть ты шаришь за знаки зодиака? Нет, ни в коем случае. А почему? Ну. Есть какие-то... Давай дальше, дальше. Так, сейчас знаешь, кто будет? Подожди, мы неправильно сделали. Надо хоп. Вот близнеца. Вот так вот. А тебя надо удалить. Тут лишний. Дяденька. Так вот. Да нет, еще один ковбой. Оба. О боги. Какой стрём. Так. Ну, она-то будет у нас прекрасна. Давай, как ее звать будет? Да, она должна быть по плану. Аубек, аубечка какая-нибудь. Да ну не. Она будет, я не знаю, там, Кристина. Ты знаешь, надо, чтобы у них, короче, имя, типа, в одно сливалось. Что? То есть ее имя было продолжением его имени. Или наоборот. Крина. Аубек Крина? Да. Ну, ну давай. Звучит как болезнь какая-то. Вот так упадет. Зачем ты ему ей цвет кожи меняешь? Они же близнецы. Ну и чё? Она немножко светлее родилась. Думаешь? Да. У тебя разнояйцевые или как-то? Да, вообще по барабану. Ну ладно, как сказать. Я думаю, ее лицо должно быть приятней. Нет, тебе кажется. Да ну нет. Прическа у нее должна быть. Ё-моё, такие брови. Да брови прекрасные. Да ну нет. Брови надо менять, я чувствую. Лицо тоже. Нет. Да. Да что-то странное. У меня слишком много аубека. О, оставляй вот это оставляй. Брови.
Потоньше, не? Ну вот бровей-то нет. Ну вот эти хотя бы. Думаешь? Ну, Нет. да. Нет, она теряет свой характер. Да нет. Слишком много улыбка. Они Вот должны это отличаться. потоньше чуть-чуть, потоньше. Вот эти брови тут потоньше. Ну нет таких тут. Нет, ну тогда снять как у... Аубек. Да-да-да. Да ну... Страшно. Нормально. Лицо надо поменять. Точно надо. Думаешь? Уверен. Я бы ей просто этот носик поменял. Да ну нет, ей надо лицо все поменять. Тут все плохо. Ну хорошо, хорошо. Тут Ты все все еще грустно. хуже делаешь. Вот. А ну боком поверни. Ну ладно, пусть будет. Ты даже можешь нормально оставлять. Я губы только побольше сделаю. Пойдет. Зачем губ побольше? Ну не знаю, они просто всегда так. В смысле? Ты под кого-то делаешь? Нет. Ну, ну ладно. Просто нельзя так выражаться. Я понял. Ну ты не помнишь, кажется, что это ну, мы с тобой писали. Да, думаешь? Думаю. Я просто особо и не читала. Ну, она не должна быть совсем похожа на Улбека там. Она должна быть немножко, ну, типа. Ну, вырастет, ничего страшного. Very красиво. Чё? Very красивая. Да. Ну, по-моему, приметы... она и так прекрасна. Приметы делаем, но сейчас уже неплохо. И губы накрасить сначала немножко, нет? То она какая-то вся ненавидела. Ну, ведь точно, зеленый, в принципе, неплохой был. Тебе не кажется? Все. Да нет, нет, ты чё, я пошутила. Да, мне кажется, мне неплохо, смотри. Трянка на губах. Ну, бабушке это лучше было. Вот так? Ну да, ну давай кто-нибудь набивай. Все, пошли к одежде. Тут потемнее надо, потемнее надо. Верни назад. Может, что-то именно прям... Ну, блин. О, вот эти, назад, назад. Вот эти, да-да-да. Нет, нет, нет. Давай лучше со штанов начнем. Прям как у брата. Ё-моё. А может лучше костюм, если там какие-то цельные есть хорошенькие, да? Сомневаюсь, что он для тебя будет нормальный костюм. Ну, первая была вполне симпатичная. Тут еще так более стрёмная. Ой. Мне кажется, это неплохо. Тебе кажется. Хотя, кстати, на неё дофига костюмов. Платье неплохое было, розовенькое, которое... Нет, розовенькая вышла. Вот это, да. Так, тапки надо ей дать. Думаю. Балетки какие-нибудь есть? Балетки. Конечно, есть. Ну, печально все, конечно. Черные, давай лучше черные. Или белые. Черные, белые, белые, белые. Прекрасно. Мне пугает лицо. Ага. А чуть не нога такая большая. В чем? Почему такая разница? Какая разница? Это официальный костюм. Пускай останется официальным, я считаю, мне пойдет. Да, да. Это и повседневный, и официальный, и вообще на все случаи жизни. Да. Ночнушка. Ночнушка, мне кажется, ей должна быть у бабушки. Понимаешь? Ну вот. Ну, есть что-то, ты понижишь, представить, вдруг интересно будет. А, ну все, тут ну пусть фиолетовый тогда остается.
Спортивные моменты. Трэш. И говори. Ну, собери как брату что-нибудь, не? Такое. Нет, это что, никакая маечка. Сейчас в маечках никто не занимается. В чем это занимается? Это же вообще позор. Что? Я ходил и не жаловался. Уж лучше тогда какой-нибудь круп-топ, я не знаю. Кого? Ну, маечка, ну это ж мой хит-трейд. Так? Позоруха, позоруха. Что? Дай, дай ей футболку, как у брата такая спальная, внизу была. С восьмеркой, во, да. Спортик, крутый спортик, шортики надо поменять только. В шлёпках бегать самое то. Ну, вообще-то да, комфортик. Шорты, шорты поменяй. В смысле, а что шорты не так? Ну, они не подходят, ей под футболку. Это вообще как у брата выйдет. Да, ну, да, да, так и должно быть. В смысле? Это ж модно. Чё? Без носов одевать. А-а-а, всё, я понял. Всё? Да, 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 прекрасно. Купальник костюм. С купальниками вообще плохо. Для девочек, конечно. А в других там разделах нет, ничего интересного. О, тут получше что-то. Фиолетовый, давай ей. Да, под цвет очнушки. Босиком, босиком, конечно, босиком. Думаю, пойдет. Да, думаю. Так. Что у нее по характеру будет? Так, я думаю, ей можно кулинару дать. Думаешь? Думаю. Либо можно вообще ей не мне давать. Кажется, ей... Мне кажется, ей надо этого какого-нибудь. Цветового кого? Садовода. Садовода? Какого-нибудь, да. Она вроде не совсем садоводом хочет быть. Думаешь? Ну, поп-звезда, значит. Я просто не помню, кто есть кто. Ну, она кулинар, разводчица. И красивая. А, ну вот. Красивая. Чё, нет, что ли? Красивая. Ну вот. Чё, кулинар даем, нет? Или вообще без... Давай без кулинара. Или без этого характера кулинара будет? Да, пусть кулинара. И ж детей потом рожать. Ну так, какая разница? Может, чем кормить будут? Может, грудным молоком до 12 лет, а сами готовить не научатся. Без кулинара будет. Так. Кулинара и любит собак, да? Я находил мод, короче, который доставку делает из этих. У нас его, наверное, не будет. А нет, кулинара, кстати. Значит, слишком маленькая для кулинара, видимо. А что-нибудь другое. Застенчиво. Гений. Она должна быть гением. Зачем? Ну, маленький гений. Хорошо. Раз у нее брат распределяй, то должен быть кто-то умный. Хорошо. Брюзган. Думаешь? Нет. Бережливая. Давай. Так, черты характер, что делаем? Черты характера? Еду поменяю. Шаурму на какой-нибудь хот-дог. Хот-дог? Думаю, да. Музыку ей что-нибудь классическое, симфоническое. Любимый цвет фиолетовый. 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 Какой-то он темный, ладно. Ну это фиолетовый, это малиновый, а это сиреневый. А вот ниже, который это. Лиловый, розовый, вот, яркий мило. Розовый. Фиолетовый, фиолетовый. Ну, можно. Знак зодиака ей. Они близнецы так-то. Ну да.
Выбор невелик. Ну так-то можно поменять. Близнецов ей оставляй. Да пусть близнецы будут тоже весы. Понятно. Как скажешь. Так. Так. А можно как-то скипнуть этого перса? Он мне изначально не нравится. Еще хуже. Можно в другую сторону? О, прекрасно, оставляй. Чего? Хорошо, звать ее будут... Ну да, мордашку поменять надо. Как ее будут звать? Будет. Не знаю. Фиана. Явно. Кто? Фиана. Только хотел сказать что-то русское, ну ладно. Ну, можем Машу поставить. Получше, получше. Так кого ставим? Да, Машу ставим. Маша? Ну да. Или Мария? Да какая из нее Мария? Мария это потом, когда вырос. Цвет кожи пойдет? Да, прекрасно, цвет кожи. Пропорция тела. Пойдет. Пропорция тела? Да пойдет. Цвет волос тоже прекрасный. Хорошо, а волосы? Или ты хочешь поменять? Волосы пойдут? Сама прическа, да, сойдет. И морду поменять надо. Брови пойдут? Брови, морду поменять надо. Да я понял про морду. Что-то более худощавое надо. Это вот это вот. О, вот это да, оставляй. Назад к бровям вернись. Приблизь. Ну, поменяй. Как у этого Аубека сделай. О, да, прекрасные брови. Нос, рот, приметы. А ну поверни ее боком. Нос надо поменять. Да нормальный нос. Да надо его более вздернутым сделать. Зачем? Чтоб на нос был похож. Ну ладно, пусть такое. Стёрт. И что ты поставила нашему Крису? Это кто? Это самый первый мальчик. Я не помню, как спортсмен. Он был. А, я помню. Рот, приметы, косметика. Рот хороший. Косметика не нужна. По приметам я пьеродинку куда-нибудь впихнула. Куда-нибудь на щеку или на лоб. О, прекрасно. А веснушки попробуй ему пойдут. Нету берег еще какой. Там лучше. Мне, по-моему, хорошая одежда была, пока ты не прикоснулся. Нет, нет, нет. Платье ей не идут. О, вот это хорошее. Ой, нифига себе. Вот именно штанишки где-то были. Да-да-да, вот это. Как ты шутишь, что ли? Нет. Фига рыцарь. Немножко пчелка. Обалдеть их тут. Вот. Да, трэш. Нет, да ты что, шутишь, что ли? Ну что, в Индии в какой-то средневековой? Хорошо. Бабушки и то выбор лучше был. О, комбез хороший был. Мне тоже понравилось. Да, прекрасно. Ботинки помяни только. Пойду. Поменяешь. Позарухает. Чешки.
Да какие чешки? Кроссовки ей подавай. Ну ладно, уж чешки. Черные, черные. Мне клубы так понравились. Рыж, она фасоль. Думаешь, не пойдет? Ну, в принципе, неплохое платье было. И на похороны, и на свадьбу, где можно. Она вырастет. Извини. На свадьбу в нем. Что, извини? Давай, давай дальше. За что ты извиняешься? Пойдет. Нет, нет. Она какая-то. Вот, это посимпатичнее будет, поприятнее. Поприятнее. Да. Неплохой комбез. Сын не приехал. Да? Думаешь? Хотел такую одежду. Может, ей комбез нужно какой-нибудь. Ну какой, ну спортивный. Ну спортивный. Смотри, какая, а? Спортсменка. Ну ладно, как сказать. Спортом она заниматься, значит, не будет. Почему будет? Да нет, нет, куда ей? Менять? Да менять, конечно. Панда. Тут понимаешь. Панда, в принципе, панда как панда. Вообще с будущего штаны. О. Думаю. Думаю, да. Ну давай. Самое то. Так. Купальный костюм. Оранжевенький, давай. Понятно. Думаю. Чаточки тречка нужно. О. Ну, прекрасные перчатки поменять только. Убрать совсем? Ну или убрать совсем. Черты характер надо ей поставить. Думаю. Она должна быть брезгливой. Думаю, вот гений ей хорошо пойдет. Есть брюзга, а брезгливо тут нет. Ладно, вегетарианку ставь. Вегетарианка это тяжело с едой будет. Гений. Гений. И книжный череп, нет? Боже. Еду ей поменяй. Знаешь, что? Че? А. Компьютерный гений, это чё? Трой гений в семье. Подожди, а компьютерный гений, это чё? Рассматриваю. Или компьютерный гений нам нужен? Может, гений и компьютерный гений? Хотя ладно, потом поставим. Давай. С возрастом поставим, ладно. Любимая еда чили по-вегетариански, я думаю, пойдет. Да. Я поставь ей этот, как у бабушки, вегетарианскую семгу. Вегетарианский запечён лосось. Да-да-да, лосось. Семгу. Музыка. Музыка. Китай. Пойдет. Пойдет. Цвет оранжевый есть. Мой любимый. Так, все хорошо, поехали дальше. Знак зодиака. Кто дальше? Думаешь, он ей нужен? Он ей нужен. Она ж вылитые близнецы. Да ты же не разбираешься в знак. Поставь, не знаю, зодиака. Да поставь, да я поставлю, ты же все равно разбираешься. Близнецы. Прекрасно.
Так, это у нас кто должен быть? Это вроде девочка должна быть. Да, это девочка. Боже, а не монобро? Нет. Жать, Платье будут опасно ими, потому что, понимаешь, женское опасное Азиза. имя. Чё? Азиза. Тут что мы за семью создаем? Да очень быть красивой. Опасно, но красиво. Опасно, но красиво? Да. Малика. Я же просил красиво, ладно. Пойдет? Трэш, пойдет. Трэш пойдет, хорошо. Прическа, я думаю, у нее хорошая, как тебе. Хорошо. Брови нужны? Давай цвет волос поменяем, а то ничего, все какие-то темные. Ну, она, кстати, светленькая еще плюс-минус. Нет, нет, блондинка и нет. Ну, что-то такое, да, может. О, вот это ржавое какое-то. Лицо меняем? Ну, я думаю, надо. Нет. Думаешь? Ну, ладно. Издевательство. Что типа такого? Какой-то оно нет. Что, сами делать будем? Или вот такое? Ну, пусть такое будет. На брата какого-то. Так, что, глаза нормально? Поменяй цвет глаз, а то не только с одним цветом, по-моему. Зеленый, ставь зеленый. Нос. Нос? Нос надо, надо поменять. Нет. Нет, нет. Вниз, вниз, в самый низ. О, вот это хорошо. Назад. Да. Честно говоря. Ну, нормально. Вырастет, поменяется, надеюсь. Умрет. Губы надо менять? Надо, конечно. Пойдет? Ну, ты, это не особо помогает. Ну, пойдет. Приметы нужны? Косметика? Да какие приметы? Веснушки поставь. Прям все ставь, чтобы полностью засыпала. Да ну нет, там слишком много. Вот так вот. Рыжий-рыжий канапой. Этот лоб, по-моему, без веснушек. Чё? А, не, есть, вижу. Вижу. На лоб побольше надо. И еще одну галочку добавь куда-нибудь. Все прекрасно. Пипец, их что-то разнесло. Косметика нужна? Мне не поможет, мне ничего не дальше. Косметика. Помада. И потом румяна ей добавим. Нет, назад, светлее чуть-чуть, которая. Вот это, да. Нет. Но, да. Это румяна. Да. Что-то светлее есть. Назови его вот эти. Пойдет? Да, да, да. Зачем это надо? Ну, платье у меня, по-моему, прекрасное, тебе не кажется? Ну ладно. А чё ты с обувью пропустил? А, да нормально. Официальный костюм. Я думаю, тоже пойдет. Да, да. Нет, нет. И зеленое уже пекло везде. Платье зеленое, костюм зеленый. Любимый цвет зеленый будет. Ну, спортик из нее какой-то не очень. Или сами соберем? Сами соберем.
Вот ей как раз можно маечку на бретельках, она заслуживает. Штаны какие, а? Какие? О. Трес. Самое то. Пойдет? Он в шлепках ее, в шлепках. Да. О, прекрасно. Пойду арбузы попродаю. Правильный костюм. Думаю, чисто трусов достаточно будет. Ты-то девочка. Извини. О, оставляй. Крайне тепло дети одеваются. С верхней одеждой все плохо. Ей не идет этот цвет. Ей не идет голубой. Вот зеленый плюс-минус, да. Тонык. Пойдет? Да, перчатки поменять. Ты мне что брать? Или поменять? О, прекрасно. Так. Бунтарь. Бунтарь. Восторженно. Нет. Пластинчивая. Нет. Злая. 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 Ты помнишь, да, кто она? Да. Да. И нестабильная. Да. Да? Да. Да. Да, я это прочитал. Что нам ожидать? Любимая еда. Суши. Да. Нет. Торт. А ты где его видишь? Ну там синий что-то похоже. Прям где? Внизу, внизу. А лет не торт. Пирог какой-то. Тыквенный пирог. Пирог тыквенный. Есть пирог, а есть обычный. Тыквенный. Пирог с картошкой и трюфелями. Тыквенный, тыквенный, тыквенный. Музыка какая-нибудь, не знаю, темная волна. Может, рэп? Рэп? Рэп. Рэп, как бабушка. Хорошо. Да. Ух, бабушка. Какой зеленый? Который посветлее. Лаймами. Знак зодиака, да, предлагаешь ты его? Пусть будет. Нет. Телец. Думаю, ей подойдет. Так. Там главное их потом не перепутать. Как ее зовут? А, Малика. 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 А его? Ну да, думал. Бать. Малик. Да ну нет. Так все припутаем. Да ну да. Мы другому дадим. Малика, Малика, ты че? Да мы потом перепутали. Алан. Алан. Или Глеб. Или Глеб. Глеб? Алан. Алан? Алан. Алан. Аладдин, может? Нет. Так, что по телосложению, по всему нормально? Ну, может его похудее сделать, а потом все какие-то откормленные идут. Прям дрищная делай. Там ветром сдувало, да-да-да. Он должен быть противоположностью или строгий, строгий, не помню. Он лучше строгий. Всех.
Ну вот, полная противоположность. Прическа прекрасная, оставляй. Лицо. Тут нос ему можно разве что поменять, нет? Да. Веснушки может подобрать. Нет. А тут кто? Их тут вообще куча. Да пипец, зачем они нужны? Жесть. Одежда. Тебя устраивает? Угу. Все, кроме ботинок, наверное. Ковбойски. О. Звука пошла. Официально ему надо этот. Штанички поменять будет, просто дэнси. Угу. Да-да. Я даже не помню, как у нас там вверх ходит. Вот это и штанишки темные. Какие-нибудь скини. Какие? Ну, узкие, узкие. Прям в обтягочку. Плюс-минус. Это, ты видишь, какие они? Они снова ну, подстреленные, да. Из будущего немножко. Извини. Да за что ты извиняешься? Ночное белье. Трусы. Чем майки эти? Серенькие надо. Пойдет? Да поменяй ты ему эту рубашку стрёмную. Динозавр. С длинным рукавом. Не-не-не. Вон, синенькая какая-то. Об этом она не стоит там. Обезьянка, да-да-да. Максимально серьёзно. А сейчас трудно его тут вот актриса. Спортивная. Спортивная? С кровати стал так подбежал. Пойдет? Думаешь? Да. Ну, он серьезно человек. Вот еще недооцененный. Бог поменял. Нет, нет, нет. Пола вон, нет, назад, там пола были. Вон зелененькая какая-нибудь или синенькая, бордовенькая. Синенькая, думаю, да? И штанишки нему. Или шортики. Шортики, наверное, это будет. Ну, не трусы, а шортики. Пойдет? Ну, они короткие слишком, ты чё? Зато удобно. Ну, вот, пойдет. Нет, серенькие посмотрите, чё, ладно. Зато удобнее. Ну что ты сделал? Купальники. Ну как какой он купальник? Это что? Мальчик, трусиков. Игрокос. А вот свитер какой-то был. Свитера, свитера, посмотри. Или ты прям куртку надо? Да все равно. Не, что-то ты... Ну, там ромбик было, ромбик, ромбик. Вот, вот ниже, да-да-да, туда. Не? Тебя бы пила ковра сняла. Что такое? Угу. И что там с подворотом вообще кайф? Селяна. Темную обувь надо, темнее, темнее. Вот, да-да-да. Какой трудолюбивый должен быть. Карьериста, может? Давай. Где трудолюбивый?
Протоголит. Да. М? Да. Че еще? Храбрый. Храбрый? Думаю, эмоционально. Шутник. Нет, нет, нет. Какой неопытник. Он серьезный парень. Соня? Нет. Примерно семьи. Скептика давай. Скептика. Да, 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 вот это вот то, что надо. Да, да. Трусы, трусливого. Обычно все серьезные люди трусы. Я дам еду. Я не знаю. Лягушачьи лапки. Думаешь? Да? Ну давай. Музыка. Электроник. На, давай. Цвет. Синий, бирюзовый, голубой. На, давай. Голубой. Прям как он сам. Ну тут с сестрой пусть будут вместе. Все. Готово. Все. Слава богу. Стартуем. Думаешь? Ну да. Давай. Сейчас они пока создадут свою семью, там все типа, ого, какая обработка-то необычная. Ого, так быстро. Изменим отношения. Угу. Они могут быть соседями по дому. Что делаем, я моложе или все равно? Ты зачем? Ну, они будут, она будет им сосед по дому. А для нас она будет их матерью. Или бабушкой. Она матерью тогда пусть будет, ладно. Нет. Ну то ей надо моложе сделать, чтобы она здесь была официально матерью. Ну ладно, делаем. Или пофиг, или пускай будет бабушкой для нас, и все равно. Нет, она не должна быть их соседкой по дому. Так и кайра. Просто меняю ей возраст и все. Да. Твое налево. Ёлки-палки. Ну, думаю, ладно, прекрасно. Представляй. Да подожди. Но одежда. Да одежда хорошая, старая. Да ну. Да кто тебе не там? Окей. Прекрасная одежда, прям в её сын. На магазине закупается. Да-да-да. Она, ну, сразу видно, вот это вот уже балда, и я сразу не понравилась. Так. Родитель. Родитель. Нет, мать, отец, родитель. Ну и все, эти все братья и сестры. Так. Угу. Крис, Олбек, Кри. Че? Крина? Маша, Малик, Алан. Чё за имена? Не только Маша. Ладно. Чё, всё? Ну да. Семья. Семья.
Будет тяжело, но мы справимся, дорогие друзья. Двадцать пять сложность максимально на 22,5 тысячи миллионов. Я считаю, что на этом можно заканчивать. Картофель, ты как считаешь? Так скажешь. Ничего не слышу. Так скажешь. Ну. А на этом, дорогие друзья, мы будем заканчивать. Если кому-то было все-таки это интересно, как мы создавали этих персонажей. Как я ненавижу создавать персонажей. Но на удивление мы достаточно быстро их создали. Но, опять же, там 6 детей. Поэтому... Ты их ненавидишь. Создавать. Ты их должен любить. Создавать. Они все тебе как дети. Я создавать. Понимаешь? Создавать ненавижу. Это очень люблю. Да? Да. А на этом все. Всем удачи. И всем пока. Okay. До новых встреч.